Итак, уважаемые друзья, мы возвращаемся к вам на экраны. Хватит скучать, потому что сегодня у нас повод просто мощнейший. Дело в том, что сегодня пройдет сольный концерт Ивана Дорна. Он собирает целый адреналин стадиум. В общем, оставайтесь с нами, пройдите вместе с нами на бэкстейдж, пообщаемся с вами и посмотрим, как это будет. Девчонки, привет! С трех попыток любимый трек Ивана Дорна. Погнали! Парень, ты немного странный. Хочешь утопить весь мир? Утопить! Так, дорогие друзья, уже ровно через час на этой самой сцене будет выступать Иван Дорн. Ну а мы решили маленьким глазиком подглядеть, каким же крутым оборудованием напичкана эта сцена. Дело в том, что Иван Дорн является официальным амбассадором JBL. И поэтому, конечно, компания Harman не могли оставаться в стороне. И, конечно же, очень мощно засупортили его большой сольный концерт здесь, в Москве. Ну что, как говорится, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Пойдемте, я вам все покажу. Вот, собственно, мониторы JBL. В общем, они помогают Ване расслышать все в тончайших подробностях. Ну что, вы видите? Не видите, да? Ну тогда поднимите ваши головы туда наверх. Эти огромные линейные массивы от JBL будут сегодня просто сокрушать Адреналин Стадиум. Также компания Harman является поставщиком супер качественного света. Именно вот на этих вот установках ребята из Силы Света будут делать свое световое шоу. Вань, привет. Послушай, в прошлом году ты начал сотрудничать с ребятами из «Вокруг света», «Силы света». И в этом году Дрейк буквально украл у тебя идею и прокатил их вместе на «Скорпион туре». Каково чувствовать, что он ворует твои идеи? Почему ты решил, что он ворует мои идеи? Звучит, конечно, громко, но это же классно, это развитие для «Силы света». Прикинь, как ассоциируется круто. Они встретились с Дорном, и после этого у «Силы света» все пошло. В гору. Все пошло в гору, конечно, да. Поэтому мне, конечно же, круто ассоциироваться с новым стартом у «Силы света». Я думаю, что у них достаточно собственных заслуг и без меня для того, чтобы выйти на уровень Дрейка и даже немножечко повыше. Хотя куда уж выше, да? Да, куда уж выше. Ну, можно вернуться опять ко мне. Так, но сегодня же вы вместе делаете световое шоу? Да, собственно, вот оно и выше. Я знаю, что ты дружишь с Антохой МС, и походу сегодня даже будет какая-то совместочка, будет совместный трек исполнен? Да, да, он выйдет на сцену в один момент, мы его пригласим, и он споет нам песню. Ну а его замечательная труба будет с ним? Не, без трубы сегодня. Сегодня без трубы. Слушай, ну а он не вызывал тебя на танцевальный баттл? Вызывал. Ну и какой итог? Может быть, сегодня он состоится? Сегодня будет, да, тоже. Тоже будет танцевальный баттл, но только если как следует все похлопают, да? Ну, конечно, конечно. И потом проголосуют в конце. Ну, мы тебе желаем удачи, и я уверен, что сегодня ты просто прокачаешь этот зал. Спасибо огромное, я тоже надеюсь на это. Что сегодняшний концерт по вашим заявочкам? Welcome Hits Collection, все три альбома. Поехали. Теперь будем петь наши любимые песни. Сзади у нас четыре буквы, наш технический патент. Вот. Я думаю, что они знают, что дверь, окно, рука. Не знаю. Дверь, окно, рука, не знаете, буквы ни о чем. Есть три буквы поважнее, вот мы к ним и перейдем. Три мощнейших буквы звука наши, с Ладой, с Лешей. Каждый знает эти буквы. Эти буквы JBL. Я хочу, не уважаю больше всяких разных букв, и сегодня вам вещают эти буквы. Лучший звук, спасибо. Спасибо, JBL, за прокачку. Итак, друзья, мы понимаем, что мы не имеем права заканчивать влог наш вот на такой вот ноте, поэтому в качестве специального бонуса мы сейчас вам покажем, как будет проходить meet and greet Ивана Дорна здесь, в ТЦ «Океания». Знаете, что мы будем делать? Мы будем играть в крокодила. Вы готовы? Тогда поехали! У нас здесь
есть специальный плейлист, который мы приготовили. И сейчас вы, дорогие друзья, должны будете угадывать песню, которую будет показывать Ваня. И, соответственно, кто угадает, тот займет место Ивана уже в наушниках и будет показывать, соответственно, следующий трек, который мы приготовили. Я думаю, что все вроде бы понятно, да? Все же понятно? Так что давайте взбодрим аплодисментами Ивана, чтобы у него все получилось. И мы начинаем. Девушка была... О, нет! Итак, друзья, наш уикенд подошел к концу. Я надеюсь, что вам очень понравилось. Вы поставили лайк, подписались на наш канал и будете в курсе всех свежих влогов. До скорой встречи. Пока. Я пошел кушать чайхану.